5 месяцев маленький Бонд побывал уже во многих ветеринарных клиниках. В двухмесячном возрасте он попал под погрузчик. У малыша были переломаны обе лапы, оторваны от костей голени коленные суставы, продавлен таз. Изначально никто на операцию не хотел соглашаться, потому что щенок, кости мягкие, кости пластичные, подвижные, он растет. Как это реагирует кости, какая она будет, это неизвестно. В итоге решили все-таки со вторым доктором оперировать именно левую лапу, потому что там был сильный перелом. Прооперировали, сделали все, но, к сожалению, во время операции выяснилось то, что у него совершенно отсутствует жидкость в суставе, то есть сустав, в принципе, не может сгибаться. Волонтеров это не пугает, они уже привыкли к четвероногому другу и любят его таким, какой он есть. Пока малыш проходил реабилитацию в мурдоме, он успел подружиться с другими животными, а также сильно полюбил людей, особенно тянется к детям. Но время идет, пес растет, и ему требуется места побольше. Если раньше он жил в клетке, то сейчас она стала ему мала. Начали искать передержку. У нас в городе, наконец-таки, слава богу, открылась передержка у Светланы. Она его пускает, играется, бесится, то есть растет вовсю. Ну и сейчас, конечно же, у нее уже находится месяц, и, сами понимаете, собака, она по щенок, он привыкает. Ему нужна мамка, он мамошник, он жуткий мамошник просто, ему нужен человек. Сейчас собака находится на передержке у Светланы Рычковой. Волонтер отмечает, что Бонд умный, тактичный и ласковый пес. Старается взаимодействовать со всеми породами собак. И, как уверяет Светлана, у него это отлично выходит. Позитивный, солнечный, ласковый ребенок, который ждет родителей. Мы надеемся, что он дождется их. Абсолютно никаких сложностей в уходе нет. Он совершенно самостоятельный ребенок. Питается, передвигается. Единственное, что препятствия, конечно, ему с трудом даются, но он раскачивается, он тренируется, он по итогу преодолеет. У Бонда не сгибается левая лапа, но он нашел ей хорошее применение. Подставляет ее как костыль и спокойно передвигается по площадке. Характер у малыша интересный, суперобидчивый, но хватает его буквально на 3 секунды. Стоит Бонда погладить, как настроение хвостатого повышается, и вот он уже у ваших ног. Сейчас у малыша Бонда все хорошо, накормлен, напоен. Но не хватает только одного – семьи. И в наших с вами силах помочь ему приобрести маму или папу. Если же вы интересовались его судьбой и хотите встретиться с ним лично, то можете позвонить по телефону, который указан на экране.